Под Красноярском осужденный депутат перед отсидкой убил двух моралов. По данным следствия, в первый день 23-го года, тогда еще находившийся в ранге депутата, мужчина сбил на автомобиле женщину, которая скончалась. За это происшествие он получил 2 года колонии-поселения. Но не прошло и 2 месяца после аварии, как депутат снова нарушил закон. На этот раз застрелив 2 моралов – самку и самца, вне сезона охоты. Это событие произошло буквально накануне его отбытия в колонию. Горбатова могила не исправит. Тот самый случай, когда вообще на все, абсолютно вообще похуй. Вот сколько еще таких чертей? Нас не сбил человека? Ничего страшного. Ни душевных страданий, ни переживаний. Поехал на охоту валить моралов. Если такие скоты так относятся к жизни всего окружающего, чего они там, как депутаты, полезного смогут сделать для общества? Я искренне надеюсь, что рано или поздно каким-то образом это все закончится. Сталина на вас нету.